Тепло пошло, но не везде. В Оренбурге стартовал отопительный сезон. Батареи потеплели в социальных и медицинских учреждениях, таких как противотуберкулезный диспансер, центр детской хирургии, перинатальный центр. Включено отопление в 5 детских садах Оренбурга. В Оренбурге 137 детских садов. Паспорта готовности есть. Есть и письмо из Горанов, теплоснабжающей организации. Но острой потребности отапливать здание пока нет, считает мэрия. В группе должна быть не ниже 22-24 градусов. Но, в принципе, по тем детским садам, которых сегодня уже этот предел достигнут, занимаются плотные тепловые сети. Объекты здравоохранения и образования согреют до конца сентября, заверил замглавы городской администрации по городскому хозяйству. А вот простым гражданам придется ждать более серьезного похолодания. Распоряжение о начале отопительного сезона будет подписано лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не превысит 8 градусов. По прогнозу я смотрел, где-то 10 числа октября, но там будем ориентироваться по погодным условиям. Дня за 3-4 начнем пробную топку. Как показывает практика, чтобы раскочегарить городскую систему отопления, продуть воздушные пробки, устранить другие неполадки, потребуется не один день, так что теплые вещи не помешают.